Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и это четвертая серия прохождения игры под названием YouTubers Life. Продолжаем, ребятки, наше прохождение этой прекрасной игрули, и давайте вспоминать, что тут у нас, кого вообще, где, как и почему. Значит, мы переехали в новую квартирку, ну и в новой квартирке нужно что сделать, правильно? Ой, какие-то новые карточки появились. А, у меня потому что есть очки харизмы, которые можно потратить. Основной части карточки. А давай немножечко покопим. Покопим карточки, это во-первых. Во-вторых, я считаю, что в новом доме нужно немножечко это самое, пошалить. А то как это так? А то как это так? В новой-то хате и не опробовать кровать. Спасибо за приглашение, как дела? Хорошо, сейчас я подремлю немножко. Ты тут постой, подожди, родная. Теперь, значится, вручить подарок, $2. О, красотка ты такая, прям, держи тебе подарок. Ну ты такая, прям, и куда пошла? Так, теперь, обнять. Пара 74%, а что будет, когда я добью сотню? Мы поженимся? Мы должны это узнать. Флиртуем. Давай-давай, малыш, малыш Зератул, окучивай, она согласится. Так, поцелуйчики, сюси-пуси, тра-та-тули. Так, ну а теперь пора и честь знать, значит, жрем и давай пахать. Энергетик, спагетти, сэндвич, просто можно поесть? Вода утоляет усталость в этой игре? Воу-воу-воу. Можно хлеба пожрать. И пока мы это все дело делаем, давай идем сюда. И. Улучшить. Нам нужно посмотреть, что нужно для нового ПК. Наверняка в новой квартире у нас появилась возможность купить новый ПК. Мы должны это проверить. Да. Так и есть. Новый микрофон, новые наушники. А сколько у меня денег? $190. И новые Final Premiere Advanced. То ли игра, то ли программы для монтажа. Я предлагаю обновить все, кроме пекарни. И пойти поработать. А видео снимать завтра. Нам нужно зарабатывать, так, $55, кстати, программист-стажер. Нам нужно зарабатывать на каждый месяц новую видеоигру еще нужно. Нам нужно зарабатывать каждый месяц сколько-то денег, иначе мы не сможем здесь жить. Там что-то такая схема была. Так, работаем программистом-стажером. Хотя подожди. Подарок вручи. А то пришел домой после работы и даже девушку свою не обнял. Ну-ка, на тебе цветочки. Ты знаешь, ты у меня самая лучшая. Обнимашки. О, ты такая красивая, прям как мой новый монитор. Я люблю тебя так же, как свой компьютер. Привет, я ненадолго, нужно взять кое-что для моего компа. В смысле? Ты чё? Я не понял. Я для себя компьютер новый покупал, алле. Так, а пока ты там, работаем за $55. Мне нужно за эти 3 дня заработать $300? Или я уже что-то путаю, я вот забыл. За этот месяц мы заплатим или нет? Работаем. Ваш дом? А чё ваш дом? А, погоди, месячная плата $80. Я спутался, я думал, мы в двухкомнатный лофт переехали. А так весь $80-то у меня есть. Не, ну это вообще фигня вопрос, значится, вручить подарок. Тогда у нас получается на этот месяц все готово. Тогда смотри, дальше мы записываем видео. Эй, ты куда пошла?
Вокруг все только и говорят, что о новом телефоне и его приложении соцсети Piper, а мне не удалось побывать на презентации. Если я хочу стать настоящим лидером мнений, мне нужно купить Starberry Course 9200. Чтобы купить телефон, мне нужно $115. Купите телефон. Что там за телефон? Ну-ка, пойдем-ка за покупочками. Телефоны. Блин, $115. И сколько у меня денег осталось? $20. И пойдем-ка поработаем. Пойдем-ка поработаем, потому что нам не хватит иначе. Денежек за оплату месяца. Здравствуйте, Дмитрий, я представитель Honey. Ваше расписание позволяет посетить мероприятие Kingly Hair Salon. Ваше участие – это ключ к нашему успеху, а вы сможете повидаться с другими известными ютуберами. Хорошо. Новые игры. Ну хорошо, хорошо. Два дня. Посетите презентацию. Так, открываем. Дальше. Спим. Теперь у меня есть новый телефон, и я смогу рассказать о себе своим читателям. Посмотрим, как это работает. С этого момента ваши читатели захотят, чтобы вы публиковали новые материалы хотя бы раз в день, иначе они рассердятся. Также не стоит выкладывать новые видеоролики каждые 2 часа. С новым телефоном можно читать сообщения друзей и других ютуберов через их профиль, а также узнавать их мнение по разным темам и публикациям на стене. Без сомнения, социальные сети пригодятся любому ютуберу. Так, где мой... Да, уставший стримлер. Пойдем жрякать. Цель достигнута, купите телефон. Подожди. А, подключитесь к социальной сети. Piper. На стене можно читать сообщения других людей, у которых у вас оформлена подписка. А также можно узнавать их мнение по разным темам или просто ознакомиться с тем, о чем они хотели бы поговорить. Ой, вы также сможете рекламировать свои недавно загруженные видео в своей социальной сети, чтобы получить больше просмотров. Помните, что продвижение видео стоит денег, и если оно плохое, продвижение не поможет. Кроме того, если вы публикуете много пипсов, что за короткое время, или всегда публикуете один и тот же, ну, что-то, видимо, не так. Опубликовать. Привет, котики. Лайки растут. Так, да подожди, как закрыть ты эту ерундень? А вот. Да как тебя закрыть? Вот. Привет, мой комп работает слишком медленно. Я воспользуюсь твоим? Ну, ёлопала. А я что буду делать? А ты кто такая? Как дела, Дмитрий? Мы сегодня устраиваем вечеринку. Ты хочешь с нами повеселиться, да? Давай будет весело, тусовка. Пойдешь со мной? С тобой? Не, у меня девушка есть. Это во-первых. Во-вторых, о девушке. Вручить подарок. Родная, нам осталось 20% до взаимоотношений нового уровня. Давай мы это исправим. Эй, ты куда пошла? Куда пошла? Так, ладно, короче. А, нужно еще пожрать было, подождите. Вот эту вот штучку едим. Ну и все. Погнали, 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 погнали. Мне нужны деньги для видео, в смысле для компьютера. И мне нужно новое видео, потому что игры у меня что-то вообще нема. Блин, а популярность-то хреновенькая у меня. Так, подожди, давай тогда новую игру посмотрим. Новое видео... Да тьфу, не та кнопка. Улучшить. А, это ПО для монтажа. Final Premiere Live, Final Premiere Advanced. Не хватает денег. Понятно, ладно. Погнали, короче. Наша задача — новое видео. Запишем пока видео по этой игре. Парочку раз проработаем. И, может быть, потом обновимся. Так, я что-то вроде бы покупал, не? Ничего не покупал?
О, не на том языке пишу. Так, она все еще огонь. В месяц вы тратите $80. Блин, у меня 4 бакса осталось. Лого 3D, у меня есть такая теперь карточка. Дальше. Вступительный ролик. Философский комментарий. Эта игра теряет популярность. Играть в нее или не играть? Вот в чем вопрос. Игра зависла. Итоги игры. Оп. Что-то у меня не смешное видео вышло. А это что такое? Так, ладно, разберемся. Значится так. Блин, у меня проблемки, ребят. Реально, у меня проблемки. У меня ничего не коннектится друг в дружку. Ну вот, допустим, вот так. Но это выглядит максимально не очень. Ну ладно, пусть будет. Обработка. Ну, такой средненький видосик будет. Но времена такие. Так. А зачем мне нужно переодеться? А, потому что сегодня презентация, так это самое. Да нормально и так, брат. На мероприятие. А на какое там мероприятие-то я иду, я уже забыл. Финансы. $20. Аренда жилья. $80, в смысле, долларов. Так, ну и что, и куда мы там ушли? Мы ушли куда-то тусить. О, новая игруля. И чего тут можно сделать? Добро пожаловать на презентацию Kinky Hair Saloon. Это игра в жанре приключений, которую выпустит на Honey Play Studios. Критики ставят игре оценку «хорошо». Ну, я считаю, если оценка «хорошо», то это не очень. Апрель 4 апреля, дата выхода игры, цена $13. Если вы хотите получить игру бесплатно, поговорите с участниками возле места для фотосессий. Так, я считаю, нужно сделать так. Игру за бесплатно получить. И потом... А, все? В смысле? А, ну вот. Здравствуйте, меня зовут Лондон, я торговый представитель компании Honey. Надеюсь, мы сможем сотрудничать в будущем. Так, давай-ка поговорим вот с этим дядькой. И еще с кем-то нужно поговорить. Здравствуй, мой компьютер сломался, и я не могу отредактировать видео. Мне говорили, что ты отлично в этом разбираешься. Можешь опубликовать видео, я отправлю тебе игру. Хорошо. $99, о май гад. Так, поговорить. Сейчас со всеми поговорим, короче, со всеми сейчас поговорим. Мне отправят видеоигр кучу. Ну поговорить, алло. Хватит говорить с этим. Привет, ты Дмитрий, говорят, что у тебя отличное видео. Можешь записать видео игры и переслать его? Я отправлю тебе игру. Хорошо. $110. Спасибо за согласие, с нетерпением жду результата. О, попросить игру, кстати. А потом еще и поговорить можно с ним. Сначала игру дай, а потом говорить будем. Вы мне нравитесь, и я дам вам игру, но никому не говорите. О-о-о! По блату, все по блату, ребят. Смотри, у него вон сердечко аж загорелось на груди, но я ему явно нравлюсь. Игру давай, хорош ржать. Надеюсь, условия договора не доставят вам каких-либо неудобств. В смысле договора? Погоди, там что, мелким шрифтом было написано, мы заставляем тебя в нее играть 24/7, и ты будешь говорить, что она прекрасна? С каких-то пор у меня какой-то договор на эту игру. Здравствуй, Дмитрий, надеюсь, наши отношения будут долгими и плодотворными. Да, конечно. Конечно, братик. Так, ну и все. Так, и что теперь еще? А больше тут что-то больше и нет ничего. А можно уйти тогда? Почему я не могу покрутиться на 360? Кто-нибудь может объяснить? А, вот. Поговорить о яхте, поговорить о моде, поговорить о славе, посмотреть профиль. Давай поговорим о славе. Может, у меня не столько подписчиков и просмотров, как у других ютуберов, но мои видео куда лучше. Блин, я ему не понравился. Давай о Ютубе поговорим. Несомненно, когда-нибудь ты сможешь зарабатывать на жизнь благодаря своему каналу. Блин, ну обнадеживающий, брат.
Но это какой-то местный суперзвезда, да? Это важный разговор, ребят. Так, поговорить о славе, поговорить о курсах, поговорить об играх. По любасу игры. Игры это для детей. Я не разговариваю об играх, а ютуберы, игроки, мне неинтересно. Эй, ты слышь? Ты охренел, что ли? Ты охренел, что ли? Ты слышь? Ты че такой? А че тогда тебе? О деньгах тебе нравится разговаривать? Говоришь, счастье не купишь. Я лучше буду рыдать над роскошной тачкой, а не над какой-нибудь развалюхой. Так, понятно, типичный ЧСВ зажравшийся стример. Значит, об играх вон о моде давай. Небось, бьюти-блогер еще, да? Только бьюти-блогеры так деньги любят. Мне не надо больше мода, это слишком напрягает. Так, что, не бьюти-блогер? Бьюти-блогер! Вот я тебе сказал, что он бьюти-блогер, вот видишь? Так, знакомый. Ну, здорово, знакомый. Так, о свидании, о моде, о деньгах. Ну, давай о моде. Что мода сделала для этой страны? Да-да-да. Еще вот надо с этой тетенькой поговорить. Погоди, ты не уходи. Ладно, потом поговорим, короче. Давай еще о моде трындеть. Надо с ним сдружиться, это какой-то известный хрен, походу. И вот тоже какая-то известная дамочка. Давай-ка поговорим с тобой о славе. Слава это не мое, плевать, узнают ли меня люди на улице или нет, мне и так хорошо. Так. Поговорить о музыке. Говорю тебе, She Loves His In Love станет хитом этого лета. Так, все, это музыканша, это, короче, стримерша по музыке. А зачем я с ними всеми знакомлюсь, я дико извиняюсь. Давай, короче, музыкой ее будем добивать. Ну давай сдружимся со всеми, может оно и пользу принесет какую-нибудь. А еще ничего, что мы стоим прямо напротив объективов камер. Так, поговорить о людях. Поделиться секретом. Мне сказали, что сегодня здесь могут присутствовать торговые представители некоторых крупных компаний. Вот и я беседую с каждым, чтобы их найти. Ага. Но вот этот хипстер по любасу какой-то представитель какой-то компании. Так, давай снова о музыке. Давай-ка сдружимся с этой Фридой. В детстве меня учили играть. Давай. Сдружимся с этой Фридой, и может быть она станет потом моим помощником или модератором. Гг. Втискиваемся в доверие. Ой, забыл. Блин, ты же не любишь. О моде надо поговорить, о ютубе. Так, моду тоже не любим. Значит, короче, о ютубе и о людях. Лучше сделать домашнюю работу, пока не поздно. Так, давай. Давай, давай. Нам нужно с тобой стать друзьями, и потом я тебя буду звать на какие-нибудь выставки. А вообще, наверное, нужно здесь найти... Оу, май. О кулинарии еще надо с ней поговорить. Я никогда не готовлю, заказываю еду на дом. Блин. Можно уже с тобой другом-то стать или нельзя? Так, какие-то общие темы вроде бы есть. Сейчас, короче, добьем дружбу и... добьем дружбу, звучит как-то слишком жестко. И пойдем дальше. С другими разговариваем. А можно это как-то промотать или нет? Ну ладно, придется потерпеть. Удели мне ей достаточно внимания, чтобы сдружиться с ней, мало ли она потом нам что-нибудь как-нибудь поможет, пропиарит наш канал. Гг. Так, все, достаточно для дружбы. Дружбу добили. Так, хорошо. А кто ты, кстати, вообще? О, сценарий. О, нифига она на уровне. Девочка-то на уровне. Так, ну все, давай пойдем отседу.
Почему-то в этом вот режиме камера как-то неправильно поставлена. А тут что происходит? Окучили вон какого-то парнишку. У кого такой страшный смех, ребят? Какой-то маньяк смеется. О, что за девашка? Музыка, гений. Гений музыки. Так, ладно. А ты кто? Музыка. Тут все про музыку, что ли? Кулинария. Ну, короче, да, здесь разные блогеры и вот это вот все. А, слушай, у тебя... О, модница, бизнес-эксперт. А что за хипстер? Мода. Завсегдатай мода. Качество видео, кстати, на максимуме. Ладно, мне что-то перестало быть интересным находиться здесь. Пойдем свалим, а? Так, а выход-то где и как? У меня просто столько работы, что... что пора уже и честь знать, как говорится. А, позировать для прессы, кстати. Ожидайте своей очереди. Ну, слышь. Я вообще-то первый сюда пришел. Вот ради чего тут все было-то, ради фоточек. Ну давай быстрей, парнишка, слишком долго ты там фотосессии устроил. А это мой котик, ребятки, который соизволил выйти. Ладно, хватит позировать, можете заканчивать, вас все равно никто не знает. Слышь? Вот и потом пожалеешь. Так, сори, ребят, сейчас я выпущу кота. Так, я здесь. Кота выпустил. Погнали, короче, все, вернуться домой, пойдем. Мне там нужно $80 заработать, а еще компьютер обновить. И вообще столько всего, короче. Дмитрий, благодарим за присутствие на презентации нашей игры. Мы надеемся, что вы будете с нами и на следующих мероприятиях. Так, куча игр мне тут наотправляли. Поручение, геймплей. Ох ты ж, ёлы-палы. Новое видео по игре. А почему так? Ладно. Какую мне там игру-то прислали? Kinky Hair Saloon. Вот это вот, да? А, у меня нет консоли? И почем консоль? Я дико извиняюсь. Да ёлы-палы. Ладно, короче. Так, вот какой-то кубик. И еще какая-то. В общем, две игры, за которые мне дадут по $200. Так, вот это вот, геймплей. Продолжить. На новом компьютере давай записывать. Начало записи. Специально для моих друзей. Ну, пусть будет так. А что это за значок и что он означает? Так, обучение, лого. Вбахиваем лого. Дальше. Давай смешной комментарий. Дальше. Вашу принцессу похитили снова. Смешная критика. Вот это я бомж, конечно. Вот это я бомж. Так, итоги игры. Вот это вот можно сделать. Отображение результатов. Затемнение. Блин, у меня что-то фигово вышло, по-моему. Но вот это сочетается. Вот это сочетается идеально. А вот тут вот косячок получился. Чувствуешь косячок? А он есть. Ну вот если только так, ребят. Ну а что поделать-то? Обработка. Принять. Insane Ostrich называется эта игруля. Опубликуем. Это во-первых. Во-вторых, мне нужно еще по одной игре. Но это уже не имеет значения. Работать. 65 баксов, конечно же, работаем. А то мне нечем платить будет за этот месяц. Ты ж правду говорю.
Будешь потом в комментариях писать мне, будь здоров. Большое спасибо за публикацию этого видео, Дмитрий. Я расскажу друзьям, что у вас талант. Да изи, брат, изи. Денежки пришли, привет. Мой комп работает слишком медленно. Я воспользуюсь твоим? Конечно. Так, посмотреть профиль. Новый левел у нас появился. Так, подожди. Значит, вручить подарок. Обнять, флиртовать, поцеловать. Давай-ка работаем, работаем, работаем. Ой, это кто такая? Здравствуйте. Подождите, у меня тут с девушкой свиданка. И вообще, как вы вошли без стука? Яй-яй. Да еще, вы че? Фига у стримера гарем, ты видел? Ну что хотели-то? Привет! Хочу сделать видео того, как я играю, но не знаю, как его записать и отредактировать. Можешь сделать это за меня и потом опубликовать? Хорошо. Отлично. Так, поговорить. Пойдешь сегодня со мной в кино? Не хочу завышать твои ожидания, но мне говорили, что это отличная картина. Блин! Нет! У меня девушка есть, вы чё, офигели? Идем есть. Поесть. В смысле поспать? Поесть! Ты ёлы-палы. Ладно, короче, у меня очень много заказов, нужно срочно отснять. Поручение превью. И еще пипы нужно опубликовать. Блин, я забыл про них. Опубликовать. А как поменять? Другое. Я не могу принять. Привет, котики. Ну ладно, опубликовать. Забыл про эти пипы уже 100 раз. Так, поесть. Что мы поедим? Мы поедим спагетти болоньезе или сэндвич? Сэндвич поедим. Дальше моя задача в экстренном порядке. В экстренном порядке. Замутить превью. А что из этого мне нужно? Ага, геймплей. Тут меня просили заснять для кого-то это видео, да? Начало записи. Специально для тебя, родная. Так, далее. Ну там какая-то девчуля меня просила, ну а чё нет? Уже считай, как родная расспросила. Ага, вы начали запись. Лого. Потом. Время до начала игры. Вот так вот. Отлично. Теперь нужно, чтобы было две полосочки сверху. Я вот еще не до конца выучил все эти штучки. По-моему, в убийственном взгляде две полосочки сверху. Отлично. Теперь нужно две полосочки снизу. По-моему, это вот тут. Да, две снизу. Блин, нет. Вот же ж черт. Так, пойдем монтировать. Ну-ка, погоди, родная. Тут даже что-то вроде бы сошлось, но что-то и не сошлось. Вот тут вот косякнул я. Тут, к сожалению, хреново я намутил, получается. Ну да, несостыковочка у меня вот тут вот. Эх, ладно, хрен с ним. Видео проплачено, поэтому сойдет и так. Далее, 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 далее. Мне сейчас отдадут кучу денег, а пока мне это делают, давай-ка мы с тобой обновим компьютер. Нужно подождать, пока это видео не загрузится. Принять. PC World, и мне нужен новый компьютер, новая игровая мышка и новая вебка, и новая программа для монтирования. Блин, тут новые клавы появляются. И новые наушники. Но мне нужны микрофоны. Микрофоны у меня явная хрень. Это надо исправлять. Во-первых. Во-вторых, веб-камеру явно нужно новую. Блин, $115 стоит. Жизненно. Работать идем. Самое дорогое идем получать. Это не то, что нужно было сделать. Мне казалось, что я могу тебе доверять. А че надо было сделать? Упс. Упс.
Упс, упс, упс. Я не успел, что ли? Или чё я провтыкал? Что-то я не понял. Хорошо, отлично у тебя получилось. Так, открываем. Тут чё, микрофончик новый. Карточки, у меня появились очки харизмы? Нет. Ну, хотя можно, кстати, концовку поменять. Ну, давай. Помахать на прощание. О, это, кстати, моё любимое. Вот это мы и будем делать. Это первое, второе. Чё по каналу-то у меня? Ну, так нормально, 5000 подписчиков-то погнали. Значит, наша задачка. Наша задачка. Кино. Превью. Ну, давай новое видео по игре. Мне там за какое-то видео вроде бы еще тоже проплатили, не? Не, не проплатили, да? Тогда мы идем с тобой покупать новую вебку. А дальше мы должны будем купить новый компьютер. А может, кстати, сразу... Давай компьютер сразу новый. Новый компьютер всяко лучше вебки будет. А можно продать свой хлам, кстати, обратно? Нельзя, походу. Клавиатура Emove Multi. Это, видимо, для стримеров, да? И мне нужно еще вебку купить. Так, едем работать. Разработчик-стажер. Пойдем. Середина месяца. Нужно заработать денег на житье. На жилье, в смысле, житье. На житье. Ты заработал денег на житье? А еще время подходит к концу серии. Ай, ты мой хороший, какой ляпочка, какой компьютер прекрасный. Так, мы идем спать явно, на этот раз не будем тратить всякие энергетики и прочее. Просто поспим. О, начать курс. А, так у меня еще курсы какие-то были, а че я туплю? Сейчас мы тогда начнем какие-то курсы. Денег у меня чуть-чуть, кстати, не хватает на то, чтобы заплатить за месяц. Привет, ненадолго нужно кое-что взять для моего ПК. Да как скажешь, родная. Так, вручить подарок, обнять, флиртовать, целовать. Что будет, когда у нас будет 100%? Мы поженимся? Ты такая красивая, прям как мой новый компьютер. Ты невероятна. Чмок тебе. Ты так прекрасна. О, ты такая, твои волосы. Они сравнимы с цветом RGB-подсветки моего комплюктера. Ты просто шедеврально. Как Porsche Cayenne. Так, ладно, какие-то курсы у меня есть, а я даже и не это самое. О, монтажер. Они платные, блин. Съемка базовый уровень. Монтаж звука базовый уровень. Нет. Это нам не надо пока. Переодеться, купить вещи. Это тоже нам пока не надо. Получается, мне нужно что сделать? Какое-то превью нужно сделать. Пожрать нужно еще. Спагетти болоньезе сейчас едим. У меня как раз вообще под нолик еда ушла. И пойдем работать. Нам нужны деньги на новую вебку. Работать. 20-20-65. И видео нужно каждый день снимать, а я не успеваю каждый день. Мне нужно периодически работать, чтобы обновлять свои комплектующие. О, баксы прибавились. Это за работу? Да, отлично. Улучшаем, покупаем вебку, снимаем видео, идем снова что-то делать. И дальше уже когда будем заканчивать. Только нужно добить 100% наших... Не, ну новую вебку сначала, новую вебку. Я бы и микрофон новый купил. 250! Что дорого. А можно подождать комплюктер? Да нет, не надо. В смысле, новую вебку, она долго будет ехать? Хочется уже с новой вебкой заснять видос. Вот, спасибо. Так, раз у меня новая вебочка, давай делаем новые видосики. Блин, популярность низкая, нужна игра. А консоли нет. Опа. За покупками. Мне нужна новая игра. Срочно причем. Call of Fury. Лайк за такое название. Radioactive Desert. Тетрис популярный, прикинь, чё. Так, но нам нужно
Radioactive Desert, я считаю, купить. Сейчас игруля придет и новую игрулю замутим. А эти тогда нужно... Эти тогда нужно продать. А, еще нужно было твитнуть что-то куда-то. Так, хорошо, если публиковать материалы на своем канале и в соцсетях, то легко и просто заработать 30к подписчиков. Подожди. Новое видео об игре. И тут-то у меня Radioactive Desert сейчас как зайдет. Нужно снять превью. Давай, новая игра на канале. О, нифига, кстати. Низкая, стандартная. Оу май. Поп-фильтр. Оу май. Так, новая игра на канале, пишем. Новая игра на канале. Мутим видосик. И с девчулей сейчас еще со своей потусуемся. Лого. Потом. Главное меню. Техническое замечание. Теперь нужно два снизу. Блин, вот я только не помню, что два снизу. По-моему, убийственный взгляд или смешная критика это два снизу. Блин, нет, вообще нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Смешной комментарий. Слишком мало юмора. У меня минус один юмор. Помахать рукой на прощание. Вот. Это святое дело, ребятки. Так, сейчас замонтажируем. И, кстати, нужно программу для монтажа купить. Так. Ну, похоже, вот так вот будет. Опубликуем. Подожди, куда ты ушла, родная? А пока мы опубликуем, давай позовем мою девчулю-то. Мы должны в этом видосе узнать, что будет. Когда мы прокачаем наше взаимоотношение до 100%. Там будет... У обручального кольца нет начала, нет конца. Вот такой вот будет, да? Так, вручить подарок, обнять, флиртовать, поцеловать. Давай, родная. 100%. Мы должны узнать, что будет на 100%. Вон просмотры тикают потихонечку. Денежки капают, просмотры тикают. 100%. Что же будет на 100%? На еще подарок тебе. Можно я тебя зацелую до 100%, а пожжешь да? Страстно поцелуй? О-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо-хо! Вот это Зератул вообще Дон Жуан, конечно. Сделать предложение. Прими мою руку и сердце. Пожалуйста, прошу тебя, я не могу жить без тебя. В помолвке. Ребята, на такой прекрасной ноте можно и закончить. Вот так вот, ребят. Был пацан и нет пацана. Начал видео обычным парнем, а закончил женатым человеком. А будут ли здесь дети? А может быть здесь как в Симсе? Может быть здесь можно и детей завести? Но это мы узнаем в следующей серии. А в этой серии мы заканчиваем. Всем, кто посмотрит это видео, огромное спасибо. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Батнет, сервис Дискорд, оформляйте спонсорку, чекайте мой Инстаграм. Удачи в играх и не только. И пока-пока.